Всем привет, с вами Дмитрий Удовичко. Сегодня я хочу вам рассказать про один из лучших домов, как в Одессе, так и в Савиньоне в частности. Основным его преимуществом является то, что он расположен в близости от моря, в пешей доступности, на закрытой охраняемой территории в Савиньоне, с развитой инфраструктурой, системой охраны. В самом доме очень интересный момент является бассейн. Рядом имеется зона барбекю, тандыр, мангал, шезлонги, летняя мебель, закрытый уютный двор, не просматриваемый соседями. В самом доме есть 4 отдельные спальни, 3 санузла, большая просторная гостиная, кухня. Дом сделан профессиональным дизайнером, и чувствуется это во всех мелочах, во всех тонкостях, как в материалах, так и в мебели. Прошу посмотреть видео. Подписывайтесь на мой канал и получайте еще больше хорошего видео, красивых домов и информации про отдых в Одессе.